Dovrei disastrare. Молдова – это не просто сосед, это друг, надежный партнер. И мы бы хотели, чтобы именно так вы видели Украину. Очень коротко вас проинформирую по ситуации, вопросах безопасности, которыми я занимаюсь в нашей стране. Четвертый год российской агрессии продолжается. Кровь, война. Буквально несколько дней мы потеряли 8 наших солдат. Несколько десятков получили ранения, попытки прорвать фронт. Враг понес значительно большие потери, но матерям это не расскажешь, женам это не расскажешь. Русские не планируют решать проблему мирным путем, и для них Донбасс – это полигон, где они отрабатывают новые технологии ведения сухопутных боев, новые виды вооружения. И, к большому сожалению, мы видим, что любой формат мирных переговоров, он срывается российской стороной под любыми предлогами.